Самые важные приготовления перед самим стримом, да? Прошли, остались за кадром, точнее, все-таки. Добрый день всем. Мы ничего не расскажем. Ну ладно, друзья, на самом деле, мы очень рады вновь встретиться с вами, потому что понедельник, день такой. После выходных, кажется, прошла целая вечность нашей последней встречи в эфире. Проект «Проверим на себя». Это значит, что самая честная информация будет здесь и сейчас. Я Стася. Я Ася. Сегодня нас будет только двое. Мы созданы друг для друга, Ася. Вот. Я сегодня не накрашенная, и это все говорит о том, что мы будем прямо здесь даже участвовать в честном тесте. Ну, как минимум я. Ася уже готовенькая. Я уже поучаствовала, да. Целую неделю я провела в компании всей вот этой красоты. Ты знаешь, я всегда любила и обожала, когда у меня много-много баночек. Да? Вот прям много баночек. Но так, чтобы вот для кончика носа одно, а для кончика локтей, знаешь, другое. Серьезно? Абсолютно. Да, вот я люблю. Вот интересно, у меня наоборот. Не любишь? Я, мне кажется, в прошлой жизни была Стасом Михайловым. Потому что мне наоборот, знаешь, вот я не люблю огромное количество, как-то, не знаю, мне раз намазал и пошел. Ну, все, смотри. Все впереди. Звучит зловеще. Но на самом деле я тоже брала, вот у меня свой набор, такой же, как у тебя. Здесь утренний, ну как, дневной уход, вечерний уход тоже. Да. То есть сделала на протяжении недели, но решила еще и параллельно здесь в студии показать, как, чем пользоваться для наших зрителей. Смотрите, давайте так. У нас сейчас стрим пойдет в обычном режиме с полной информацией, что-то расскажем, узнаем про то, что участвует вообще на обзоре сегодняшнем. Потом мы пригласим эксперта, а вы, друзья мои, если будут вопросы, вы можете взаимодействовать с нами через чат. Вы знаете, как им пользоваться, вводите вопросы для нас или для нашего эксперта. Ну и, конечно же, если вам что-то сразу понравилось, отправляйте это в корзину, потому что во время стрима самые выгодные цены. Посмотрите, какие классные предложения. Но я думаю, что сейчас наши зрители скажут, что это за баночки. А давайте разбираться, что давайте. Это за баночки. Ты знаешь, началось все на самом деле задолго до того, как я познакомилась с этой косметикой. Сотворение мира. Понимаешь, вот как в жизни все происходит, иногда не случайно начинают приходить знаки. Вот сначала мне пришел такой знак в виде телеграм-канала японского доктора, который рассказывает вообще, собственно говоря, чем японцы отличаются от европейцев в плане ухода за собой, в плане ухода за своим, ну, в первую очередь, здоровьем. Он всегда это говорит. Даже отношение другое, да? Ну, абсолютно. Это вообще другая страна, это другая философия, это совсем-совсем все по-другому. Вот сначала потихонечку я начала проникаться, читая его этот телеграм-канал. То есть первое, что я поняла, это замедлиться. Когда ты, в принципе, живешь замедлиться, чуть-чуть не бежать, так как бежим мы. Но в первую очередь нам, девочкам, замедлиться, когда мы ухаживаем за собой. Потом я познакомилась с косметикой Мама Тани, с замечательным представителем этого бренда. И она появилась у меня дома, и я начала пробовать. Сразу вам скажу, это абсолютно другое. Действительно, во-первых, даже абсолютно другой набор. Для меня первой дикостью стало то, что здесь, нет крема вокруг глаз отдельного. Это мой фетиш. Вот так, как у меня такая мимика очень активная, поэтому я всегда, что называется, с детства, кремушки вокруг глаз занимали особое место на моей полке. Здесь нет, здесь вы его не найдете. Дальше, то, что лосьон, это не продолжение умывания, да, как мы с вами делаем. На спонжик лосьон нанесли и продолжаем умываться после того, как умылись уже какой-то пенкой или каким-то средством. Здесь лосьон, это уже увлажнение. Поэтому мы не ваточкой вот так по-быстрому протерли, выбросили и забыли, а лосьоном уже начинаем увлажнять кожу, тем самым подготавливая ее к тому, что будем наносить дальше другие средства, сыворотку и крем. Смотрите, вот то, что у нас в розовом цвете флаконы представлены, это утренняя версия, уходовая версия,
которую вы делаете утром. Ну, сторона восходящего солнца, все в таких, знаешь, штанах, как ты видишь, полностью выбрана, по-моему, как раз-таки как такой восход. Красиво, очень красиво. Очень красиво, а то, что вот все такое голубо-бирюзовое, зелено... Я не знаю, как лазурный. Правильно... Лазурный, вот. У меня дочка правильно цвета определяет. Я себя иногда дальтоником чувствую. В общем, это вечерняя сессия. И опять же, обратите внимание, да... Это все средства, которые вы будете использовать за один раз. То есть это не то, что можно выбрать либо то, но если вы хотите действительно шикарный результат и кожу, как у эксперта бренда, который попозже увидите, то обязательно, конечно, лучше держать полностью линейку. Ну, я адепт того, что должна быть, знаешь, вот полностью одна линейка. Ну, вот смотри, на самом деле это круто, что у нас появился такой формат стримов, потому что у меня, например, немножко по-другому сложились ощущения. Так, поделись. Мне понравилась эта история тем, что ты как будто бы, знаешь, овладел таким неким конструктором. Вот, например, отчасти, открывая да. вечерний уход, да, вот эту вот коробочку, которая была у меня, я поняла, что, например, по ощущениям можно выстраивать абсолютно по-разному свой ежедневный уход, можно использовать что-то, ну, вот в порядке очередности, о которой ты говорила, все вместе, а можно что-то исключая, на что-то добавляя внимание вот относительно другой баночки. Разрушь здесь все! Ты знаешь, ты абсолютно права, потому что смотри, здесь нет линейки, как мы привыкли европейцы блуждать вот это вокруг полок, знаешь, это для сухой кожи, это для комбинированной кожи, это плюс 30, это плюс 55, и не дай бог в своем возрасте взять не ту баночку. Здесь такого нет. Это все условности, которые здесь абсолютно вычеркнуты. Да, вычеркиваем, забываем про это, потому что это японский подход, это японская философия. Мы действуем превентивно, да. чтобы, знаешь, в 40 лет не начинать покупать крема плюс 55 и срочно обморочно пытаться вывести какие-то морщинки, я же там, да, а начинаем действовать, что называется, заранее, превентивно. Этой косметикой можно пользоваться с 25 лет. 25 и дальше, неважно, сколько вам лет и какая кожа. Поэтому вот здесь вступает то, что отметила ты. В зависимости все-таки от типа своей кожи, можно использовать либо абсолютно все, либо какие-то средства, либо чередовать. Да? Всего... И еще знаешь, в чем мне показался огромный плюс относительно того, что опять же, да, вот интуитивно ты сам начинаешь понимать, как работает формула, потому что даже по ощущениям текстуры мы с вами будем разбирать, вот даже открывая какую-то баночку, например, пробуя определенный крем, ты интуитивно начинаешь понимать, вот как ощущается, да, там вязкость, плотность, потому что они по текстуре совершенно необычные, более такие какие-то вот густые, тянучие, да, там некоторые молекулы. То количество, которое ты взяла, как маслица растекается, это уже даже много на целое лицо. В чем еще огромнейшее, вообще, я не знаю, вот ставьте сразу большой и жирный плюс, который перечеркнет, я не знаю, просто гигантское количество плюсов, там пусть их будет 20 у какого-либо европейской косметики, да, и вот этот один большой жирный в линейке японской косметики данный, микроскопические дозы. То есть вот такого пробника набора, я не возьму сказать точное количество месяцев, но поверьте мне, именно месяцев, насколько вам хватит. Потому что суть каждого средства, что надо взять чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Ты ощутила это? Да, и они по плотности совершенно разные. Да. Вот если, например, посмотреть, мы сейчас как раз-таки давайте с экспертом потихоньку, да, потом познакомимся с каждой баночкой, потому что это очень интересно и очень важно. Мне понравилось еще относительно того, что в зависимости от дозировки или вот как раз-таки формулы, которую ты для себя выбираешь, это может быть и уход в более холодное время года. По крайней мере, я так ощутила для своей кожи сейчас, да, что вот у меня она, наверное, по типу нормальная в летний сезон, а вот зимой я ухожу в сухую. Мне кажется, вот, что как раз-таки некоторые баночки, крема, которые я видела, кремы, они как раз мне очень будут хорошо подходить в зимнее, в холодное время года или когда отопление уже будет, потому что я прям сразу чувствую, как я так... Знаешь, кураган. Поэтому, девчонки, сегодня будет круто, интересно, поэтому давайте мини-версии. Смотрите, вы заходите в список товаров, и вы можете увидеть здесь этот набор, потому что я его сейчас вот видела. Как раз-таки обратите внимание, что может быть, да, действительно начать с таких наборов, потому что они очень круто работают относительно как раз-таки вот этого некого косметического конструктора. Ну, Ась, вот знаешь, мы сейчас будем переходить к твоим видео.
Давай. У нас сегодня видеоформат домашних тестов будет на Асе, а я в студии сегодня все, на, что касается дневного ухода, на себе проверю, чтобы вы видели. Но давай будем это все делать и переходить к этому вопросу уже с нашим экспертом, чтобы сразу, потому что интересно, знаешь, это некая такая незнакомая японская косметика, вообще вот эта вот вся философия, мне кажется, должна обсуждаться уже с профессионалом. Как Снегурочку? Да. Наталья! Наталья! Человек, который знает все об этом бренде, многими вами уже любимая Наталья! Проходите. Наш олимпийский рад вас видеть. А вот поближе, наверное, к косметике. Приземляйся. Ась, хочешь, присаживайся. А я буду гулять. Или по центру удобно? Окей. Стойте. Кто же вам запретил? Так. Ну что, с чего начнем, девчонки? Мы что-то уже сказали. Да? Интересно. Что мы забыли, интересно, самое главное сказать? Нет, мне было приятно, Ась, что мы с тобой как раз вместе проводили эфир по этой марке, да, и так много-много уже ты оттуда взяла, я думаю, и вот ты смотрела. Да, из личного опыта тоже, вот ты канал, ты со мной тоже поделилась, спасибо. В принципе, смысл такой, что да, вы должны в первую очередь прислушиваться к себе. Что хочет ваша кожа, какой сейчас сезон. А хотите ли вы действительно все нанести, потому что линия это как раз-таки имеет в виду? Или, может быть, вам столько сегодня не нужно? Угу. И тогда можно действительно, Ась, как, Стась, как ты сказала. Как сложно сегодня, Наталья. Да. Что-то интуитивно. И вот я почему говорю, мне так это нравится, потому что и здесь у нас появляется творчество, да. Здесь мы прислушиваемся к себе, и это здорово, что мы закрываем потребности кожи. И обязательно. Ну, знаете, что я для себя отметила? Очень для меня, особенно в первый раз, когда ты открываешь любую коробочку, да, с уходом, неважно, дневной или вечерний, абсолютно не те консистенции, к которым новые, привыкли. Да, новые. Мицеллярная вода, которая как тянучая. Не вода. Да, она не вода. То есть это какие-то такие вообще совсем другие формулы. Или, например, вот взять вечернюю умывалку. Вроде бы она сначала в знакомой форме такого, как будто бы, знаете, вот гель для бритья. Да. Такой вот тягучий, перламутровый. Но потом ты, когда моешь лицо, он совсем по-другому ощущается. И мне очень, кстати, понравилась вечерняя умывалка. Но мы к ней потом перейдем. Да, потому что прям вот как я люблю. До скрипа. А я можно вставлю свой 5 копеек, свое самое любимое? Что берешь? Даже не то, что горошинку, а микро. Ты берешь пол горошинки, вообще микро. А у тебя реально вот а так. А ты в ладошку, вот, да, все? Да, как ты делаешь? Тебе хватает умыться, ну, я не знаю, что ли, не попал. Лицо до сюда, знаешь ли? Это считается правильным. Лицо считать до груди, до бюста. А хватает до пупка. Вы поняли, расход минимальный. Очень, в общем, так, Стась, вот это принципиальный момент, потому что... Понимаете, если вы возьмете много и нанесете, и у вас будут какие-то возникнут не очень приятные ощущения, ну, вы скажете, да, ну, что-то совсем неинтересно, косметика не очень. А вопрос был лишь в том, что нужно было взять, ну, раз в 5 меньше. А причем? Эффект будет совсем другой. Мы же с вами разговаривали на эту тему, когда у нас первые 2 дня, по-моему, прошли, и мы делились своими ощущениями, они у нас с Асей совпали. У меня, например, не возникло вопроса, но я для себя поняла, что если увеличить количество, то это, в принципе, переходит в формат маски, во-первых, потому что, вот, например, когда я нанесла вечерний уход подряд вот эти все средства и в привычном для себя количестве, я подумала о том, что у меня, правда, такое насыщение идет кожи влагой, увлажненностью, что это формат такой маски, я поняла, что в зимний период, как раз-таки в осень, это будет мое спасение. То есть, смотрите, самое главное для себя, да, прийти... от необычной текстуры, формулы и действия к привычному состоянию кожи через дозирование. Понять для себя, какой горошинки или какого рисового зернышка вам хватит. Да, Стась, потом второй момент, в какой последовательности и сколько вы продуктов возьмете. Потому что, например, если брать, например, утренний уход, он может ограничиться очищением. Мы тоже поговорим, да, потом, что оно особенное. И лосьоном эссенции, и все. Да. И у вас закончился утренний уход. А, кстати, вот этот, и закончить, например, да, каким-то, ну, SPF. А я троечку для себя, вот вы сейчас не показали троечку. Я троечку, например, вот здесь все пронумерованы. Это тоже очень круто, что все баночки пронумерованы. Такие некие шаги и этапы. Не запутаешься. Для шеи.
Вот правда, потому что вот двоечка идеально сейчас на летнее время для лица, а троечка для шеи, это просто невероятно. Я так люблю, невероятно. Когда столько вариантов. Да. Каждый раз, каждый день у вас может быть совершенно новый вид ухода. А зимой и осенью троечка будет на лицо. Да. Слушайте, давайте от слова вот к делу. Стась, обожаю. Это как я люблю. В общем, у нас даже уже девчонки в чате говорят о том, что... Покажите в действии. Давайте разбираться, как насчет жирности и липкости. Давайте сразу проговорим. И если силикон в составе, забьются ли поры. Смотрите, жирность и липкость, тут другие формулы. Абсолютно как раз-таки. Другие, да. Но при этом, да, вот мы сейчас смотрели, как работает вечерний крем на руке. Угу. Он так как масло растекается, топится, как сливочное масло. Сейчас у меня руки не жирные и не липкие. Ну, да. Я говорю, это технологии. Технологии, вот как они это делают, это фантастика, конечно. Ну, если, например, зато как мы потом кайфуем, да. Да, если больше слой нанести, то уже будет побольше, например, ощущение вот этой плотности. Вот то, что ты сказала, эффект маски, вот особенно это вот на холодный, у нас грядут уже холодный период. Действительно, можно крем нанести потолще слоя, дать ему немножко, ну, побыть и этой, ну, салфеточкой снять. Так я так и сделала. Да, ну, вот я сразу, вот, да, вот, допустим, поняла, что это многофункциональная такая история. Поэтому, и знаете, мне даже иногда кажется, что вот, Ася, это вопрос к нам с тобой. Здесь мы с тобой люди, которые могут говорить о чем угодно и сколько угодно. Но на самом деле, вот некоторые... свойства этих наборов словами не описать. Это надо пробовать. Поэтому вот сегодня всем совет. Мы, конечно, никогда не давим. Мы здесь встречаемся не для того, чтобы вам что-то продать, да, и вот втюхать, как-то, давайте говорить даже так. Мы для того, чтобы знакомить вас с брендами и какими-то средствами. Но вот сегодня я хочу взять на себя ответственность и сказать то, что вы никогда... По нашим словам сегодня с Асей или с Натальей не поймете точно, как это ощущается, как это работает, как это на ощупь. Это надо попробовать, реально. Потому что это абсолютно другие ощущения, поэтому вот по такому набору... Очень удобный формат, да, вот по такому набору, мне кажется, сегодня вот, ну, действительно, девчонки, надо взять. Почему? Потому что сложно вообще описать, как это работает, как это выглядит и как это ощущается. Поэтому вот сегодня как раз-таки, Ася, наш словарный запас должен быть как можно красочнее. Просто я уверена, что большинство привыкло. Сейчас очень большой выбор нашей российской косметики. Огромнейший выбор европейской косметики, американской. Нам стало доступно абсолютно все. Японская косметика, вот по моим ощущениям, человек, который фанатеет, в принципе, от того, чтобы было баночек много, пока представлено не настолько широко. Я имею в виду в том плане, что меньшее количество людей успело попробовать и оценить японскую косметику, нежели попробовать какую-то другую. Да, поэтому это действительно абсолютно другое. С моей точки зрения, абсолютно отличается. Ну, допустим, вот, не знаю, европейская, американская косметика, ну, минимум каких-то отличий. Вообще их в принципе не будет. Хотя тоже, извините, разные континенты и разные воззрения. Здесь, да? Да, Ась, соглашусь, знаешь, еще какая сложность. Вот мы с чем, ну, уже сталкиваемся, что о ней нужно говорить. Вот когда продаешь, когда ее рекомендуешь, она сама себя сложно, вот баночка это сама себя сложно продает. Сложно объяснить, да, о ней нужно говорить. Да. А еще, конечно, лучше брать и пробовать, потому что только через свои ощущения. Ну, а давайте посмотрим. Давайте. Я проводила тесты, полностью пробовала все дома. Несколько дней тестировала сначала, только потом уже записала видео. А цвет лица просто великолепен. Я фанатею. Причем хочу сказать, что... Жемчужное вот это сияние, оно... Причем хочу сказать, что даже без, если не будешь наносить BB-крем, тон лица все равно он выравнивается, он меняется. То есть вот на уровне четвертого шага он уже у тебя... Даже еще до четвертого. Даже до четвертого. Даже до четвертого. Да? Просто один уход, и уже кожа абсолютно другая. Ну, потому что там такие компоненты подобраны, которые работают на верхний слой, внутри более глубокие слои воздействие идет, на пигментацию идет воздействие, фитоэстрогены, пептиды, здесь сумасшедший совершенно состав, очень это богатый. Это чувствуется. Да, да. Я говорю, я фанат. Вот такой эффект я один раз ощутила от американской космецевтики. Не косметика, а именно космецевтика. Мне ее косметолог порекомендовал. Вот тогда был эффект, но он был довольно-таки краткосрочный. Знаете, когда работает, ты такой весь вау, а потом раз, и как-то эффект исчезает. А здесь, кстати, Ая, знаешь, какой момент? Здесь есть пептиды, в состав входят вечерние линеечки.
И смысл пептидов какой? Они не стимулируют, они не за клетку работают, а они напоминают клетке, как бы ее заново, угу. ну, как омолаживают, заново запускают. То есть клетка как, сама начинает... Как накопительный эффект. То есть это естественный идет. Внутренний процесс начинается. То есть да. не за, не вместо, не там вот это вот. Вот это еще это главное очень отличие. Важно, потому что у тебя перестройка идет на уровне клетки работы ее. Вот это еще одно да. из главных отличий, потому что на самом деле у меня есть другая линейка, японская тоже, и я это прочувствовала уже, что не теряется эффект, а наоборот идет лучше. Девчонки! Вот, в отличие от всего, что пробовала до этого. Давайте посмотрим уже. Я хочу вас вернуть к тому, что у нас прошло 20 минут стрима. Так, поэтому начинаем с розового. Быстро. Давайте, да, вот пошагово все это теперь для наших зрительниц давайте. Расскажем. Начнем с твоих видео, хоум-видео. Которую ты сняла для нас утренний дневной да. уход. Розовые баночки, да? Да, с циферки 1. Начнем смотреть. Вот мицеллярная вода, Стась, ты тоже сразу отметила, что абсолютно другая. Во-первых, посмотрите, да, какая... если мы будем говорить про эти пробнички. Действительно, здесь уже в чате кто-то пишет, что очень удобно брать с собой. Да. И, конечно, невероятно удобно брать с собой. Посмотрите, какое все микроскопическое. И надолго хватит, это и правда. Использовать очень. Надо микроскопически. Даже если вы едете на месяц в отпуск, у вас это ничего не закончится. Мицеллярная вода, которую наносим на ватный диск. Причем не надо, чтобы ватный диск можно было отжимать. Действительно, кстати, чуть-чуть. Вот обратите внимание. У меня будет внимание. Для тебя лайфхак потом. Да, обязательно поделись. Вот, ну, здесь я делаю все, как говорится, по старинке, по массажным линиям протираю, и эту мицеллярную воду надо обязательно смыть водичкой. А если легко смылась у тебя водичка? Абсолютно легко, и главное, не берите никогда горячую воду, это уже тоже один из лайфхаков, водичка лучше пусть будет прохладная. Да. Второй шаг, переходим к второму шагу, вот лосьон, в большинстве случаев он используется у нас как продолжение умывания, да, мы тоже наносим на ватный диск и умываем. Здесь абсолютно по-другому, второй шаг, ручки предварительно лучше разогреть, у меня они теплые, я их люблю разогревать горячей водичкой. Чуть-чуть лосьона, да, вот опять же, видите, это я много выдавила, ребята, это тройная доза. Это, ну, вот как-то, да. Это ты по соседям можешь пойти уже, знаешь, тоже. Нет, вот я жала, вот до этого я жала. Лицо потрогать, поделиться. Ну, тут, понимаешь, что-то на шейку хватило. А ты всегда так наносила лосьон? Да. Всегда такими вот движениями? Да, мне понравилось это. Нет, я имею в виду вообще до этого. Очень профессионально. А, то есть это только вот у тебя вот этот опыт с этим? Мне очень нравится, это еще такой, знаете, как эффект массажа будет. Такой раз наверх. Да. Скажи по-другому, правда? Все, конечно, все по-другому, абсолютно. Дальше крем. Крема вот старалась честно брать мало. У меня есть такая привычка, я люблю как блинчик такая маслом хорошо смазанная, поэтому сначала я крема хватала прям, вот, мне надо, чтобы все блестело. Нет, вот училась, честно училась, вот плохо, что здесь взяла мизинчиком пока, но опять много, да? Очень. 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 Вот раза в 4 меньше. Представляете, насколько я экономила? Вот раза в 4. Но это еще тоже, вот я говорю, история с ощущениями, это привычка, потому да. что это у меня, наоборот, другая привычка. Я не люблю ощущать на себе, на своем лице ничего. И поэтому, знаешь, я быстро втянулась в то, что так, сколько мне надо, там, рисовое зернышко, а нет, зернышко пшена просто, знаете, при этом, берете и наносите. Да. Опять много, да? Следующий уже, 4-й шаг. Ну, многовато. Как при... Девочки, вот видите, это еще будет учить нас с вами экономии. Представьте, насколько вам будет хватать косметики. Потому тоже что, меньше да, надо. Ась, помнишь, мы брали вот чуть-чуть, а наносилось это, ну, прекрасно, разносилось, еще и на шее декольте хватало. Только лучше вот... не растягивать на лице, да, на ручку. Да, на ручку, а на видите, ручки и даже вот такими вот при вот... очень плохом свете домашнем и такой скромненькой камере на телефоне видно, как меняется тон. Да, вот он с каждым да, средством становится все более выровненным таким. Исчезают какие-то мелкие вот эти капилляшки. Там, кстати, содержится еще 3 вида гиалуроновой кислоты в утренней линеечке. А это значит, что у нас идет увлажнение на нескольких уровнях. И, конечно же, а японцы что говорят? Красивая кожа – это увлажненная кожа, в первую очередь. Страна воды. Для, они считают, что это вот основная вообще тема для омоложения и вообще ухода. И они как раз поэтому на это все акцент на это увлажнение. И они проявились вот в третьем средстве, потому что здесь SPF еще есть. Да, а SPF да. в последних трех средствах да. во всех присутствует, да. потому что для страны восходящего солнца SPF да. одно из основных. Важно. Ну, вот последняя нанесла BB, то тут вообще кожа становится просто... Ну все, уже вот она прям все и, девочки, идеально. Самое большое ключевое отличие.
Я вас уверяю, ни одного CC средства, ни одного BB, ни одного тонального еще вот такого вы не пробовали. Причем ты, Ники, ты сейчас руками же. Все руками. Вот, и оно очень легко наносится руками. Очень легко наносится, легко распределяется. Ой, девчонки, надо прям реально. Наташ, ну прокомментируй, что не так сделала? Или что надо по-другому делать? Ась, все прекрасно. Уже вот я говорю, мне понравились вот эти твои движения, как мы говорили. Все, ну, расход. Вот у тебя пока только вот здесь ошибка в расходе, конечно. Ну покажи, вот сколько крема надо взять? Ой, ну прямо вот совсем капелюшечку, девочки. Давайте вот так. Стась, помнишь, да? Да. В время? Угу. Ну, вот, прям вот, вот хватит. Да. Рисовое зернышко. В общем, ориентируйтесь по рисовому зернышку. Вот рисовое зернышко. И потом погнали. Смотри, вот, посмотри, как он разносится, понимаешь? Вот правда, этого будет, ну, на все лицо более. Можно в пальчиках растереть, просто вот, да, на пальчиках раз, и потом потому на лицо. Да, потому что японцы, они же вот как, они разогревают это в ручках, да, и просто вот такими вот движениями они не тянут кожу. Как Ася прям. Я у них научилась. Любуюсь. Вот у нас девчонки тоже отмечают этот вопрос. Вот с мицеллярной водой все понятно, хотя меня удивила консистенция. Она немножко как будто маслянистая. Это не вода. Это как будто бы такая тягучая история. Я даже не знаю, с чем сравнить. Даже не сыворотка, а вот что-то вот между. В общем, что-то с гелю приближающее. Да. Гели в этой текстуре. Вот к текстуре надо привыкать. И тоже не смотрите на то, что, в принципе, есть полноразмерка, но мне кажется, ее вам хватит на 100 тысяч лет, потому что расход просто минимальный. Вот по поводу лосьона есть вопрос. И у меня, кстати, первое, что я подумала о том, что когда я его достала, в смысле лосьон? Потому что нас даже сейчас в комментариях отмечают, что мы привыкли, что лосьон это такая тоже белая прозрачная водичка. А здесь это какая-то вот прям молочко, вот даже девчонки пишут. Потому что первое, ну у японцев, во-первых, это эссенция, лосьон эссенция. То есть он уже потенцировал, да, он уже, почему мы сказали, что можно даже на втором этапе остановиться, полноценный уход вы получаете. А у японцев, в принципе, лосьоны не водичка. Уже такие вот тягучие немножечко консистенция. А можно я покажу сейчас? Да, а здесь вот он немножко так вот, ну, как два продукта, что ли, в одном. То есть он более он концентрированный. И он, да, он как тает. Он тоже тает на вот, коже. Вот это количество, сразу просто про количество. Это лицо, декольте. И нам Даша пишет, что говорите, будто о волшебстве. Вы знаете, а это так и есть волшебство. Это действительно настоящее волшебство. По запаху тоже интересный аромат. Но вот я даже, вот, серьезно, я впервые с таким сталкиваюсь, что я не могу вспомнить слов в русском языке, чтобы описать вот это вот ощущение. Нечто новое. Тактильное, да. Поэтому мне кажется, это как в первый раз я, когда все это попробовала, у меня немножко сломался мозг. Как это, что это, а почему, а вот это, а вот то. И как-то это ты по-другому даже думать начинаешь. Здесь вот я вот так по личному опыту скажу, что мне все-таки понадобилось время. Да, это мне понадобилось время, чтобы привыкнуть, понять. А вот чтобы разбираться в этом и вообще получать от этого реальный кайф, да, ну, вот, ну, понять реально, как этот продукт круто работает, не только эта линейка, вообще в принципе японские продукты, да, на это нужно время. Поэтому действительно вот купив этот вот наборчик, он очень удобен. Во-первых, много продуктов, куча вариантов использования он уже дает. И как раз вот привыкнуть к этим ощущениям, вообще приучить себя немножко к новому типу ухода. Вы знаете, я очень довольно-таки давно пытаюсь освоить медитации. Я дошла до какого-то определенного уровня, дальше я не продвигаюсь. Люди, которые вместе со мной, уже ушли гораздо-гораздо дальше. Но я поняла, что моя медитация в большей степени – это занятие спортом. Вот там у меня действительно мозг не работает. Я в какой-то момент поняла, что вот в медитации у меня мыслей очень много. Во время спорта ни одной мысли. Ты просто вот трудишься, и все. И когда у меня появилась вот эта линейка утренняя и вечерняя, произошел ровно тот же самый эффект. Мне не надо идти садиться в медитацию, чтобы выключить мозг, а просто когда ты умываешься, ты берешь одно средство, ты берешь другое средство, ты закрылся в ванной, шумит немного вода, ты нанес другое. И на третий день я поняла, что это ровно та же медитация, что
нет мыслей. Угу. Вот про одна единственная, немного ли я взяла? А это очень интересно. Спасибо, такое интересное наблюдение. Вот, реально. И оно совпадает вот с тем, что я на первых наших стримах говорила, да, что да. это да. философия. Почему-то эти продукты заставляют так себя вести в ванне. Да. Наедине с собой, да, это правда. Потому что, смотрите, вот теплые руки, которые вы обязательно согреваете, да? Энергия вот ваша. Эти, конечно, это уже пошла ваша энергия, вы уже ее начинаете высвобождать, а потом вы начинаете ее отдавать своей коже, тепло своих рук. Плюс ко всему немного, вот когда соприкасание идет, кожа с кожей со своей, да, ну не знаю, там не обнимались в течение дня, это же вот... Ну, равно да, этим полюбить объять. Себя, полюбить себя да. в этот момент. Так, пока вы тут медитацией занимаетесь, да. девочки, я решила все-таки подкраситься. И как раз у нас сейчас, пока речь идет об дневном уходе, давай. Вот чем отличается красное и синее, вот как раз-таки вот это вот красно-розовое, это дневной уход, а лазурный синий, вот это вечерний. Поэтому берите сразу эти две коробочки, и я правильно поняла, так, мицеллярка мне сейчас не нужна, я начну с лосьона. Я лицо да? обработала, угу. салфеточка. Кстати, по поводу лайфхака. Используйте не ватные диски, а пафы. Они потоньше. Многослойные, да? Сейчас я вам даже покажу. И в них еще меньше идет впитывание средства. То есть вот как бы, как выглядит стандартный ватный диск и как выглядит паф. Он не оставляет... Это у тебя какой паф? Обычный. Обычный. Обычный, угу. да. Он не оставляет, во-первых, ворсинки на лице, угу. и в него не впитывается столько средства. Вот вы на себя ощутите, поэтому этой мицеллярной воды еще более на долгий срок вам хватит. Но при этом, смотрите, вот этот третий этап, который я наношу угу. на шею пока, я даже сюда еще в баночку не лазила, потому угу. что я с крышечки до сих пор соскабливаю. Вот. С крышечки, ребята, посмотрите тут. И причем мне реально там нужно прям совсем мало, и поэтому у меня даже вот здесь вот все девственно не тронуто. Я до сих пор с крышечкой работаю. Это на шею. А, это на шею. Так, хорошо. Пока ты наносишь, я попрошу Наталью ответить вкратце на такие два вопроса так. сразу. С какого возраста использовать, чем отличаются красное и синее, что подойдет жирной коже? Mm-hmm. Вот это основные моменты, получается, кратко. Mm-hmm. Так, значит, красное и синее, розовенькое, это у нас идет утренний уход. И то есть это все средства для утра? Это утренний уход, лазурного цвета, это вечерний уход. Эта линия у нас называется Protect Line, она защищает здесь вот этот экстракт альтрамона. Помните, я рассказывала, угу. которые это такие бактерии, редчайшие. Да, редчайшие, они живут, где вот эти острова Полинезии, и у них там очень сложное, ну как... место, где они живут, там атмосферное угу. давление, смена температур, очень сильное ультрафиолетовое излучение, и они выделяют очень мощный протектор, свой естественный. И вот этот экстракт, ферментированный причем экстракт альтрамона здесь вот используется, и как раз он что нам дает? Он дает нам иммунитет кожи, защиту кожи. Кожа не так реагирует на вот эти вот резкие климатические, температурные и токсикологические изменения и воздействия. То есть она у нас защищена. То есть это вот утро направлено на защиту. А вечерняя линеечка лазурного цвета, красиво Стася так цвет да, назвала, да, да. она как раз на придание, восстановление кожи после воздействия внешнего, внешней окружающей среды, и она направлена на энергию, на насыщение кожи питательными элементами и энергиями. Что у нас здесь? У нас здесь пептиды, экстракт жемчуга, витамин С, растительные экстракты, все то, что работает на гиалуроновая кислота, масло ши, и все то, что работает на увлажнение, на восстановление, на регенерацию и на уменьшение пигментации. Я сижу и прям чувствую, как хочу. Я просто дополню, что с 25 лет можно начинать использовать, предела нет. И независимо от того, какая у вас кожа жирная, сухая, нормальная, вы можете использовать эту серию. Просто вы будете по-своему моделировать, что, в каком количестве вам надо наносить. В принципе, вот как вы правильно начали, девочки, говорить, что концепция линейки, чем не когда вот уже... так сказать, проблему видимо, решаете, да, проблему решать, и мы дорого в это вкладываем, различные филлеры, и там дорогие уходы и так далее. А мы начинаем раньше, серьезно вкладываемся раньше, но вот уже к какому-то антиэйдж ситуации подходим более, скажем так, подготовленные, с менее заметными признаками старения, скажем так. Роман спрашивает, куда я попал, девочки, эликсир молодости будут рекламировать? Роман, это и есть эликсир молодости, если у вас есть жена...
подруга любимая, а сестра. Для мужской кожи. Сейчас скажу. Кстати. Я не знаю, это самый лучший подарок, какой вы можете сделать. Да, кстати, да. Супер вопрос, потому что я, значит, у японцев такая ситуация. Мужчинам можно все тем же самым, но с учетом того, что у них там вот эта щетина, да, там у кого-то она больше, у кого-то mm-hmm. меньше, но есть все равно участки. Mm-hmm. И есть вопрос бритья. Угу. Да, и кожа все время у нас, да, раздражение. Да? Значит, мужчинам однозначно подходит любой лосьон, ага. любой лосьон после бритья будет просто прекрасен. Если мужчина себя приучит очищать кожу, ну, почему нет, это тоже Роману хорошо. Прекрасно. Но вот лосьон, это однозначно будет удобно. Роману прекрасно Яна ответила. Роман, в рай для кожи. Яна, вы просто поэт настоящий, как вы ответили. Стась, расскажи, пожалуйста, ты и праймер, да, четвертое средство, и пятое, все наносила кисточкой? Нет, праймер я наносила пальцами. Я, кстати, хочу показать вот как раз-таки консистенцию праймера и как он выглядит, потому что очень круто, даже просто визуально. Вот много она опять взяла, да? Это я сейчас для картинки, мы для картинки, чтобы... Для картинки, да, зрители. Девочки, имейте в виду, это много. Да, ну вот на опять же, мужа. Такой вот необычный, он тоже он тянучий. Так, да, но он при этом так видите, тончайшим вот слоем наносится, ну, его не надо ни корректировать, ни как-то там, да, ретуши, ну, прекрасно просто. Ася, хочу ответить на вопрос про жирную кожу. Да-да-да. Значит, я думаю так, здесь нужно однозначно выбирать, наверное, консистенцию. Во-первых, вот купить два наборчика и попробовать, это самый верный, это самый идеальный, да. идеальный вариант. Почему? Потому что летом может случиться одна ситуация, в холодный период да. другая, кожа может отреагировать индивидуально. Второй момент. Для жирной кожи, возможно, будет просто комфортнее, более легкие консистенции. На утро, например, мы заканчиваем уход лосьоном и берем, например, одну из тональных, ну, либо базу, либо основу, BB-крем, потому что здесь есть SPF. Без SPF мы не, на улицу не выходим. Да? И в вечернем уходе вместо крема можно, например, взять эмульсию. Кстати, эмульсию давайте тоже покажем. А мы к вечерней сейчас придем. Подождите. Да, докажем, пораньше. Нам вот здесь Саша пишет, что обожаю вашу косметику. Саша, да, спасибо. Спасибо. Вот а чем здорово. Пользовались? Вот да, интересно. Если вы в чате напишите, чем да, пользовались. Будет очень интересно нам обратная связь. Именно эти продукты или какие-то другие, потому что у нас широкий ассортимент. Это фабрика, бренд Маматани. Может быть, что-то еще кстати, пробовали? Все сделано в Японии. Везде написано, да, на каждой конечно. Баночке написано, что сделано в Японии. Я смотрю просто, как Стася наносит кистью. Я наносила все руками. И, Наташа, ты знаешь, я много лет пыталась научиться наносить правильно тональный крем. Всегда предпочитаю, когда это мне делает кто-то. Вот так легко. А здесь не нужно как это не наносить. Это все равно как крем, знаете, вот просто вот так да, вот побыстрее. Да, так я так же, так же, как и Биби. Нет, я просто к тому, что смотрите, какие мы, знаете, мне нравится то, что здесь каждый может, вот как он привык. Угу. Ты вот, если тебе удобнее пальчиками, мне удобнее быстро кисточкой, я кисточкой. Ну и то я, например, поняла, что я зависла. Я вот этой кисточкой уже, знаешь, по пятому кругу пошла, потому что мне просто уже девчонки болтают, а я поймала дзен. Кстати, я правильно понимаю, что он вот этот BB-крем, он с эффектом такого легкого шиммера. Немножко, немножко. Как всегда, все очень ненавязчиво у японцев. Но я не знаю, я вот эти текстуры просто обожаю. Ну, посмотрите, как она тонко наносится. А это, кстати, вот эти светоотражающие частички, они круто работают на молодость, скажем так, сразу визуальный эффект, да? Конечно. Вот Дарья нам пишет, что я из этой линейки пробовала все, очень правда? Нравится. Да. Ну, какая Дарья, похвасталась. Вот посмотрите, вот настолько тоненько, и уже он будет все равно корректировать цвет лица. И, кстати, вы знаете, после того, что даже здесь есть легкий эффект шиммера, мне не хочется наносить пудру. Я даже подготовила для себя пудру и кисточку, но я поняла, что у меня нет сейчас ощущения такого вот маслечка, как иногда бывает после BB-крема, да? То есть мне не хочется сразу брать и запудривать себя. Это тоже очень классно, потому что многие не любят пудру. Да. И не все, кстати, BB-средства справляются с тем, чтобы как раз-таки избежать этот этап. В общем, друзья, не знаю, с утренним уходом тут можно играться как угодно. Круто, что опять же цвет, я хотя светленькая, я боялась, что мне будет темный вот этот BB-крем. Но разницы не видно, и он подстраивается реально. Да. Поэтому пусть вас не смущает, что он кажется
может быть, для кого-то светлым, для кого-то темным, он реально потом легко подстраивается под ваш цвет, и если его правильно разнести, но даже если неправильно, господи, как угодно, он на лице не читается, и он не проваливается в поры. В общем, девочки, если вы любите как раз-таки декоративную косметику, этот BB-крем, мне кажется, подойдет и для девчонок, абсолютно, которые только начинают путь в декоративной косметике. И здесь, что очень важно, SPF 40 и 45 в BB-креме, в базе 40, а в BB-креме 45. Ну, то есть вот те, кто фанат именно декоративной косметики, и если вы в поиске того самого идеального средства, которое, не будет заметен, потому что на мне, ну, уже сколько, уже часа 4 или 5, наверное, на мне присутствует BB-крем, во-первых, кожа не блестит, вы видите, что нет этого блеска. Она Она у тебя другое сияние. Она всегда так сияет, сияние. Вот, ну, холеностью, знаешь, поэтому... Но вот... это вот благодаря этому средству, потому что основная часть тех тональных средств, даже безумно дорогих, и BB, и кремов, и CC, которые я пробовала, использовала, много же лет на камеру работаю, очень много всего использовала. Начинается блеск, забиваются поры, начинается скатывать. Если мне не подходит средство каким-то образом, у меня лицо начинает прям чесаться. А прыщи, вот, у некоторых прыщи, вот у меня, например, вот бывают. Сколько получается? 5 дней я использовала. Ну, первый день мне было немножко тяжеловато просто за счет того, что я не привыкла, я отвыкла каждый день наносить крема. Все-таки в Москве, для Москвы лето довольно-таки жаркое у нас в этом году. Первый день мне было немножко непривычно, просто потому что я не привыкла, что на лице вот есть какие-то средства. Сейчас я его на себе вообще не ощущаю абсолютно. И что самое главное, в конце дня ваша кожа будет выглядеть ровно точно так же, вот, как после нанесения. Ась, спасибо за этот комментарий, он критически важен, потому что действительно, нанеся вот тональные средства утром, без корректировки в течение дня, где бы вы ни находились, под камерами, на улице и любых других условиях, вечером вы придете такая же, как ушли утром. Вот это правда. И знаете, что мне понравилось? Вот я помню себя просто в лет так 14, я требовала у мамы, ну даже не требовала, втихаря брала ее тональный крем. Если у вас есть дочка, если она хочет начать свой путь к декоративной косметике, ой, что-то знакомое. Это Вася, Вася, привет, передавай это дочке Асе, которая была в прошлом стриме с нами, и мы влюблены друг в друга заочно уже. Вот, в общем-то, если у вас есть как раз-таки девчонки в семье, которые хотят что-то для себя сейчас уже из декоративной косметики, мне кажется, это максимально безопасный вариант. Почему бы и нет? Единственное, мы не забываем, что здесь все ухаживающие компоненты, которые в линейке, они здесь тоже присутствуют. Ну вот мы же говорим о том, что в принципе возраст, это нужно начинать историю ухода правильного. Пораньше. Поэтому смотрите, обязательно можно выбрать для себя ту концепцию, которая вам подойдет, потому что у нас с Асей были одинаковые наборы, но свои уже... У каждой свои предпочтения. Просто 20 минут, а вечерняя линейка у нас побольше, чем утренняя. Я как раз таки хотела перейти от того, что вот вы говорили, девчонки, что к вечеру ты остаешься такая же, когда ты только нанесла BB-крем, но приходя домой, ты начинаешь мир вечернего ухода. Ой, обожаю. Давай, обожаю. Будем смотреть. Конечно, видос. Давайте, да, тут я тоже старалась. Молодец. Немало. В следующий раз вот надо будет еще, наверное, свет устанавливать, чтобы действительно было видно, как меняется кожа. Но, во-первых, опять хочу отметить мини-формат. Для первого раза обязательно возьмите, чтобы попробовать, потому что средств вам хватит реально на месяцы, девочки. Вот средства для умывания, я сейчас уверена, Наталья скажет, что я опять взяла много. Вот смотрите. Оно под номером 2, потом Наталья нам объяснит. Много, очень много. Потому мне что кажется, здесь реально можно умыться полтела. До пояса. Полтела можно умыть, потому что вот я наношу, и мне на лице уже много. Я уже вот на шею пошла, но дальше я уже не могу, камера работает. Интересная консистенция, скажи, она необычная. Абсолютно необычная консистенция. А как он пенится, Наталья нам потом покажет. Потому что я не пенюсь. Смотрите, вот. А у меня до скрипа очищается. Вот мне хотелось показать, зафиксировать вот этот скрип. Кожа по ощущениям становится абсолютно какой-то другой. У меня ни от одного не было такого средства ощущения. Мы сейчас сможем про уход, давайте, или... сделаем паузу, следующее видео пока смотреть не будем. Значит, покажи, во-первых, средство номер 2, потому что первое средство у нас масло.
очищающее масло. Ага. Японцы все-таки предпочитают, ну, как минимум двухшаговые угу. очищения, да? И как обычно у них идет сначала масло, оно снимает у нас макияж и загрязнения, а потом... А это да, гидрофильное масло или как? Нет, это не гидрофильное масло. Не это водой? Не, нет. А это на просто спонж? Маслица на руки. На руки. Можно на руки, просто можно на руки? Спонж. Угу. Стать, здесь опять, да? Пробуем, что больше нравится, угу. как больше комфортно. Как, я люблю руками, и причем можно снимать глаза, макияж с глаз. Угу. Причем я очень люблю вот эту тему. Честно говоря, можно опять-таки воспользоваться спонжем да. на маслице. Немножко, не надо ничего тереть. Да? Мы аккуратно прислоняем да, и снимаем. И под глазками тоже. Или я даже это делаю руками. Угу. У меня оно как будто растворяет вот эту тушь угу. или подводочку. Угу. Да, просто растворяет. И следующий этап у нас пеночка. Угу. Вот что мы делаем с этой пенкой? А, ну, с водички, да? Пенка это у нас имеет pH высокощелочной. Поэтому эту пенку, она эффективно будет, вот, Ась, как ты показала, угу. в таком варианте, да, ее можно немножечко, вот если ты ее так вот недовспенила, скажем так, да, оставить как масочку, но подержать ненадолго, угу. вот здесь вот очень-очень аккуратно, потому чтобы что она очиститься. Будет работать как щелочной пилинг. А если вот как раз-таки достаточно того момента, что вот я умылась, а мне уже вот прям хорошо. Отлично. Для каждого дня это ощущение. А, например, раз в неделю на 2-3 минуты на этом этапе задержаться, угу. дать немножко ей повоздействовать, дольше не нужно. А сухой можно, если сухая кожа? Аккуратно. Ну, вот поменьше, все начинаем да? аккуратно. Там, например, с полминутки, да, с минутки. Да, да. По ощущениям никаких не должно быть неприятных ощущений. Мне кажется, как раз таки, вот если по суше кожа, может быть, достаточно просто умывания. Да, абсолютно точно. А для жирной, мне кажется, это идеально. Идеально. Кожа. Да. Ну, ты знаешь, у меня очень сухая, очень тонкая угу. кожа, угу. и я не особо люблю умываться водой. Угу. Но вот здесь хочу сказать, что дискомфорта этого не возникло, тем более, что дальше же идут. А вот скажи, у меня сложилось такое ощущение, вот когда кожа очистилась до скрипа, но не было ощущения стянутости. Вот это казалось бы, говорю, да? Обычно мы вечером умываемся, и либо ты ощущаешь до скрипа, но при этом ты потом чувствуешь себя каким-то сухим носком или курагой, либо ты не ощущаешь вот этого до скрипа, но при этом вот как-то вот нормально состояние. Я вам так признательна, потому что вы такие делаете абсолютно правильные акценты. Ну вот и казалось бы, это же невозможно, но ты получаешь этот результат. Причем, если вы не нанесете интересно. Потом никакой крем, вам действительно будет комфортно. Но эту пеночку можно еще вспенивать по-другому. Да, если мы воспользуемся вот такой сеточкой специальной, то тоже, ну, надо взять прямо вот совсем маленькую горошинку, да, Стаси, ой. Ася, просто это Стаси делали, да, на эфире, посвященном этой линейке тоже, и мы вспенивали с маленькой горошинки огромное количество пены, да, которая, причем была такая вот, она была пружинистая. Я говорю, по соседям надо идти уже и умывать дальше. Нет, просто самой в душ залазить. А для чего? Для чего? Чтобы она, мы во время очищения не касались руками кожу, но при этом на нее воздействовали. Да, знаешь, только мне нужно будет еще салфеточка, чтобы я потом просто стерла. У Стаси где-то были сухая, влажная? Сухую можно. Сухую, сейчас да. будет у нас сухая это, салфеточка. Это тогда, когда показывала, как пенится, да, я вспомнила баню в Тбилиси. Банщик вот так вот вспенивает. Ну, просто огромное количество пены, и тебя просто одевает. Ну, здесь можно так, или просто полить на сеточку, да? Вот, или, сейчас посмотрим, просто я немножко по-другому слушайте, тут делаю. Написали с бантиком на голове, такая любопытная. А как вы хотели, мы в ваших интересах тут вопросы задаем, во-первых, а во-вторых, я с детства, меня, знаете, как подпольно называют, почемучка. У меня, правда, вот эти вот вопросы, они просто это уже класс. На протяжении всей жизни. Это бесценно. И нашла же место, где их задавать, да? Не говори. Смотри, сколько пена получается. Нормально? С капельки. Класс. Так, друзья мои, продюсеры, все операторы, подходим, выстраиваемся, будем вас умывать. Вот смотрите, с этой капельки, причем здесь нужно тоже, девочки, вот если это так интересно, она меняет свою консистенцию. Вот чем дольше вы будете ее вспенивать, она получается. Становится, да, вот смотрите, она становится. Пена для бритья. Вот такая класс. Вот упругая. И я вот когда я буду очищать кожу, то есть вот я ее беру, да, то есть лицо, только например, да. Вот я очищаю, меня видите, она даже не касается. Да, а это значит, мы не травмируем кожу, не растягиваем кожу, не закладываем с вами новых морщин. Зефир.
Она по плотности тоже. Она по плотности реально как пена такая для бритья. Да, я не дотрагиваюсь до кожи совсем. Вот писали, что мы про волшебство говорили. Абсолютно эффективно очищаю поры, все загрязнения, все, посмотрите, какая прелесть. И девчонки... Вот мы можем вот так оставить и немножечко подержать. Немножко сейчас подержу. Да, но если кожа сухая, смотрите, подберите для себя время по ощущениям. И вот как раз-таки, если вы сегодня попали в наш стрим, например, мы предлагаем, возможно, да, как раз-таки вот этот удобный формат вот таких вот коробочек, маленьких, где эти все средства, для того, чтобы попробовать, для того, чтобы привыкнуть и ощутить, вот эта самая пенка. И на самом деле, вот я сколько ей пользовалась, у меня вообще там, в принципе, мне кажется, вот как был целый тюбик, так он и остался, потому что вот с одной капли тут вообще облако пены. Причем она мелкодисперсная пеночка, да, то есть она такая очень-очень нежная, при этом и упругая, да, то есть она вот закрывает, видите, как она даже впитывается, как масочка. Вообще. Так, давайте масочка. Вот вам салфеточка, потому что мы сейчас с вами будем, я уверена, говорить очень долго, потому что осталось здесь есть о чем минут. Говорить. Осталось 10 минут, а у нас еще целая куча артиллерия. Так, пошли. Дальше. Мы наносим лосьон. Увлажняющий лосьон. Это ни в коем случае не продолжение умывания. Смотрите, это уже... Смотрите, какие ручки. Смотрите, какая кожа. Лосьон это... Нет, вперед бежите, это уже мы крем пошли. У нас сначала лосьон под циферкой номер 3, маленькая бутылочка из коробочки достается. Так же, как и в утреннем уходе, наносим на... Разогреваем руки, разогреваем ладошки, либо потерев плотно друг от друга, либо же под теплой горячей водой разогрев, но лучше потереть все-таки. Разогревается моментально, сейчас вот энергию запускаем, сделаю, было видно. И потом между ладошек растираем лосьон, и опять же вот такими движениями. Ну он тоже не как водичка. Нет. Он вот так вот, как такая вот, не знаю, консистенция, не знаю, вот как медузка. Более густая, приближающаяся уже к такой гелеобразной. И вот как раз лосьон нам что он дает, помимо уже ухода, он нам подготавливает кожу для дальнейшего более лучшего впитывания средств. Он как сыворотка. Да, помните, я показывала такой эксперимент, вот я нанесла сейчас лосьон, вот я делаю капельку. Ну давай. И она растворяется сейчас. Вот, она будет сейчас впитываться. А я то есть делаю этот капельку лосьон, сюда. Как проводник, да? Да, да, да. И у меня капелька не. А у нас видео идет. Мы сейчас, к сожалению, ничего страшного. Показывайте. Видео уже пошло дальше на молочко. И опять я взяла очень много. Очень-очень. Это на все тело. Это да. На себе не жалеем. Ну, девочки, не. Тебе надо сразу полные размерки брать. Да, это уже, нет, я честно, буду учиться брать меньше, правда. А у тебя даже лицо такое. Но не от жизни. Знаешь, а я говорю, я в медитацию. Да, в медитации это видно. Абсолютно, абсолютно спокойствие, абсолютно. Да. Причем, несмотря на то, что я писала видео, и надо было все-таки думать там, когда, куда нажать. Да не важно, знаешь, ты получала удовольствие. Конечно, молочко, что расскажешь? Молочко водно-жировой баланс нам восстанавливает, смягчает кожу, да, и в принципе вы на этом вечерний уход тоже можете закончить, все, если вам сказать, кожа что? Не воспринимает вечером заканчиваю. Очень тяжело. Вот я, например, крем не очень люблю на ночь. Ну, вот как-то мне хочется легче. Вот в этом случае молочку хорошо. А я все. А знаете, я еще сыворотку успевала нанести. Вот смотри, у тебя своя механика. У меня нет видео, но я могу сказать, это поддержать Наталью в этом плане, потому что у меня, в принципе, все заканчивалось на цифре 4. И вот как раз-таки пятый крем. Я использовала, как всегда, на шею, и один раз нанесла как формат маски, и потом сняла салфеткой. И мне кажется, вот я его, извините, Наталья, но заберу в зиму. Вот. Холодный период, потому что я интуитивно думаю, что вот как раз-таки, когда будет отопление, и я буду сохнуть не от любви, а от засухи, то тогда мне это вот очень понадобится. Поэтому интуитивно, я говорю, это круто, что вы подберете сами для себя идеальную схему, и вы даже не будете думать и заморачиваться, а как я к этому пришла? Оно само вот так вот. Да. Давайте, пока у нас прямо осталось время, обязательно вот время уделим вот этой сыворотке. А ты наносила ее, да? Это самое фантастичное средство. Да, потому что его даже, если вам 25-30 лет, нужно использовать один раз в неделю. Сыворотка, помимо вот этих всех наших потрясающих компонентов, жемчуг, витамин С, пептиды и так далее, она содержит
бифида бактерии. Вот. Бифидобактерия. Это последнее самое слово. Это самый писк, да, это здесь мы работаем на лифтинг, на омоложение, на регенерацию, на восстановление работы клеток, на иммунитет. Ну, широчайший спектр полезного ингредиента, который так воздействует на кожу, это, ну, я не знаю, это... самый крутой продукт линейки, да. И тоже расход минимальный нужен. И вот тоже мне еще понравилось, что ощущениям. Она не липкая. Вот, но очень легкая. Она легкая, да. Но при этом консистенция тоже тягучая, необычная. Вот все, что вы видите, любая баночка, она по консистенции разрушит все стереотипы, которые у вас в голове есть. Да. И вот если вы привыкли к сыворотке определенного такого формата, по составу, по ощущению, здесь она какая-то совсем другая. Она более плотная сначала кажется. Но когда вы ее наносите, буквально минута, она не липнет, у вас нет ощущения того, что... Она как проваливается. Да, она просто вот исчезает. Вот смотри, даже несмотря на то, что у меня очень сухая, очень тонкая кожа, и мне действительно всегда вот хочется прям побольше, побольше всего, я для себя в формате лета остановилась на том, что я могу нанести лосьон и чуть-чуть сыворотки. Я прекрасно. Уже даже не буду наносить ни молочко, ни крем. Да. Это уже действительно, когда будет более прохладное время. Все. То есть вот вечер... Ну, один раз в неделю сыворотка. А мне уже чуть больше. Мне уже можно и три раза в неделю. Окей. Чуть больше, чем плюс 25. Смотри, как круто, да? То есть мы теоретически можем с тобой жить вместе, не так, чтобы на что-то намекала, но подобрать, вернее, не то, чтобы подобрать, даже не надо подбирать эти линейки, но сформировать для себя свой личный режим и свой личный состав ухода. Да. Вот компоненты 2, 3, 4, здесь все пронумеровано, поэтому мне кажется, если вот я, например, выросла в семье, где у нас было 3 прекрасные нимфы. Бабушка, мама и я. И вот когда у вас стоит вот эта артиллерия из баночек 50+, 45+, 15+, или там 20+, это очень сложно. Потом пыль вытирать каждой этой баночке, да? А здесь у вас один набор, ну, у каждого своя личная своя схема. История, да, то есть да, мы да. Вот с вами втроем тоже можем справиться с одним набором. Ну, либо так, либо вот из всего, что мы вам рассказали, вы можете сделать вывод, какие средства необходимо приобрести именно вам, в зависимости от того, сколько вам лет и какой у вас тип кожи. Но все-таки, честно, положа руку на сердце, я бы рекомендовала взять миниатюры. Да. Но в утреннем уходе, ну, номер 4 и номер 5, буду называть их так, да, то есть BB-крем и, ну, то, что в Европе называется праймер. Да. Праймер, да? Да, да, да. Да. Это для всех must-have абсолютный, потому что, ну, вот по моему очень богатому опыту выбора тональных различных средств, могу сказать, что для меня сейчас это лучше. Вот лучшего я не находила именно за счет того, что, ну, ручки у меня все-таки не оттуда растут, и мне всегда было очень сложно. Видели мы, как ты себе как массажист наносишься, ручки не оттуда у нее растут. Это вот уже, видишь, опыт. Отработанная у тебя схема. Девчонки, ну вообще это было крайне интересно. 4 минуты до конца прямого эфира нашего. На самом деле все пролетело время, поэтому, Наталья, в следующий раз остаемся на 2 часа, потому что, ну реально, скажите, как будто 2 минуты. Мне кажется, по часу на каждое средство надо. Поэтому просто посчитай, сколько средств. Час утренний, час вечерний, хотя бы так уж, знаешь. Я, знаете, вот я сейчас так немножко анализирую, о чем мы с вами разговариваем. Мы так интересно разговаривали в основном о своих ощущениях. Да. Это разговаривали, да, вот, потому что, ну, я говорю, мы это главное в этой истории, да, и, а это всего лишь то, что нам помогает просто, да, быть краше. Замечательно это. Да, да, это мне очень нравится. Это вот мы возвращаемся к этой необыкновенной японской философии любви к себе и заботы о себе. Поэтому с большой любовью, да. Каждый по коробочке, потому что на самом деле вы такие молодцы. Каждый по две коробочки. Не, ну да, я имею в виду утренний, вот вечерний уход, вы такие молодцы, что есть еще вот такие форматы на попробовать, удобно. Для того, чтобы как раз-таки для себя понять, какие средства именно нужны. Да. Может быть, какой-то пункт будет лишний, или наоборот понять, что точно, нужно что-то докупить. Поэтому попробуйте, начните хотя бы вот с этих вот миниатюр. Это очень здорово. И, Ася, у нас с тобой сегодня важная миссия. У нас есть... премия «Проверим на себе», которую вообще мы должны вручать какому-то одному средству. Но, слушай, мы с тобой бунтарки. Истеричный смех. Давай так, иди правила сюда. Для того, чтобы их нарушать. Мы с тобой бунтарки, поэтому я предлагаю, ну, блин, реально все средства классные. Поэтому просто дарим все линейки.
утро и вечер, да? Давай. Да. В общем, вы ничего не слышали. Сделаем вид, что для вас это будет сюрприз. Мы не можем выбрать, поэтому и не будем выбирать. Да. Премию получает абсолютно важное средство. И лично Наталья. Да, как всегда, спасибо. Круто. Не, на самом деле, вы большие молодцы, потому что позволить нам прикоснуться, ощутить все, поболтать здесь с нами, рассказать нашим зрительницам. Смотрите, самое главное, что сейчас при наличии огромного количества средств мы помогаем вам выбрать то, что действительно вас удивит, да, и что действительно будет работать. Да. Поэтому проверим на себе, проверили. С удовольствием проверяем. Попытались рассказать. Попытались. Да, прекрасно получили. Самое главное рассказали. Самое главное, то, что нужно было донести. Спасибо. Да. Но мы с вами не прощаемся. Мы обязательно еще увидимся и в рамках проекта проверим на себе. И я надеюсь, что как раз-таки с вами мы еще не раз увидимся. Вы можете, если вы присоединились позже, чем начался наш стрим, посмотреть его в записи, потому что теперь на платформе Озон все сохраняется. У-ху! И да, достаточно быстро. Да. Нам тут показывают еще 2 минуты, а нам есть о чем поговорить вообще. У нас, кстати, есть девчонки, которые еще параллельно подключались, задавали вопросы. Смотрите, во-первых, вам не повезло, что вы все пропустили. Но вы потом посмотрите все в записи. Во-вторых, у нас сегодня на обзоре была классная уходовая косметика. Да. Из Японии, причем сразу 2 линейки, та, которая в свете восходящего солнца, это утренняя линейка средства, да, та, которая в лазоревом свете, это вечерние средства. Если по идеалу, то лучше, конечно, чтобы у вас было все, но, как показал наш опыт со Стасей, да, в зависимости от потребностей вашей кожи, вы сами поймете, какое количество вам необходимо, поэтому вот прямо сейчас можно начать с вот таких миниатюр, но обязательно в порядке, я прям от души, от сердца, от всего рекомендую. Дневные — это праймер и крем BB, потому что, мало кто, как я, в принципе, получается так, да, если взять вот эти 2 наборчика, travel-версии, да, вот, даже один или второй на выбор, и сыворотку, у вас получится, в принципе, полностью вот такой набор, достаточно приемлемых ценах, потому что сегодня скидки. Сегодня скидки, а потом перейдете на полные версии, потому что, посмотрите, здесь как раз-таки, если вы уже все для себя поняли, вы можете отдельно уже полноценно на размерки взять, а можете пока, например, вот у нас с Асей как раз-таки были вот такие миниатюры, очень легко можно понять, какой формат вам подходит, какое средство сейчас использовать, какое оставить в зимний период. И смотрите, по сыворотке тоже вы все можете увидеть, найти вот масло, о котором сегодня нам еще рассказывала Наталья. Сегодня хорошая возможность как раз попробовать 40 масел. Цены классные, вот та сыворотка, поэтому сразу отправляйте в корзину. И причем запомните, самое главное — это рисовое зернышко. А кто только присоединился и ничего не понял, смотрите запись. Все, друзья, мы были рады были вас видеть. До скорой встречи. А теперь обнимаемся. С удовольствием.